Референдум в Македонии объявили несостоявшимся. Участие в референдуме, на котором ставился вопрос о согласии на переименование страны, приняло менее 37% граждан. В Македонии признали несостоявшимся референдум по вопросу подписания договора с Грецией о переименовании Республики Македония, который прошел 30 сентября. Об этом после подсчета 100% бюллетеней в понедельник, 1 октября, заявил председатель Государственной избирательной комиссии Оливер Дерковский, сообщает ТАСС. Согласно утвержденному результату голосования на референдуме 2018 года, решение не принято, так как не голосовала половина от общего числа избирателей, указанных в избирательных списках, отметил он. По данным избирательной комиссии, итоговая явка составила 36,91%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,46%, более 609 тысяч граждан, от общего числа проголосовавших против 5,65%. На референдуме 30 сентября гражданам предлагалось ответить на один вопрос. Поддерживаете ли вы членство в ЕС и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македония и Греческой Республикой? Референдум был призван помочь в урегулировании 27-летнего спора между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей Югославской Республики, которое совпадает с наименованием области на севере Греции. Напомним, 17 июня 2018 года правительство Греции подписало с Республикой Македония договор, которым согласовано ее переименование в Республику Северная Македония. Ранее Македония получила официальное приглашение вступить в НАТО, после того, как будет окончательно урегулирован вопрос о ее переименовании. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.